Привет-привет! Ты на канале Малышарин ТВ. Сегодня мы поиграем с тобой в салон для животных в Австралии. Так, посмотрим, кто тут у нас есть. Очень интересно, с кого же начать? А давай вот с нее начнем. Ее зовут Эмми. Смотри, ей можно делать прически и макияж. Я обожаю делать прически в играх. А что ты любишь делать, прически или макияж? А может быть, ноготочки красить? Так, что же выберем? Ну, давай сделаем распущенные волосы. Ух ты, тут можно их красить разными цветами. Давай посмотрим, какими цветами можно их покрасить. Так, нет, мне как-то радужная не очень нравится. Красная обыкновенная. Это под цвет ее тела. Так, а что? Вот как. Смотри, какая красотища! Это просто прелесть какая-то. Да, мне вот это определенно нравится. А тебе как? Смотри, нашей малышке тоже понравилась ее прическа. Правда, она дала всего лишь один бриллиантик. Интересно, почему так мало? Ладно, давай сделаем теперь ей макияж. Интересно, а можно тут кому-нибудь маникюрчик сделать? Так, хочется сделать кому-нибудь маникюрчик. Так, посмотрим. Какие интересные тени. Они все разноцветные. Так, а это какие? Розовые. И, ух ты, какие темные. Так, так, так. Вот эти, может быть, выберем? Мне кажется, они ей подойдут. А давай еще вот эти посмотрим, серебристые. Какая красота! У нее аж ушки дернулись. А, давай все-таки серебристые сделаем. Что-то мне серебристые больше всего понравились. А какие тени понравились тебе? Так. Ну-ка. Смотри, второй глазик вообще блестящий. Ну что, глазки открыты. А теперь, это что, подводочка какая-то? Ага, а давай сделаем ее фиолетовым. У нас же волосы какие-то фиолетовые были. Так, что-то там не докрашивается. Ну ладно, пусть будет так. А теперь тушь. Тушь есть. О, какая крутая! Смотри, какая красота! Не то, что вот это обыкновенная. Так, а давай посмотрим, что делает роза. О, даже розовая тушь бывает. Я вообще в шоке. Смотри, серебристая. Ты когда-нибудь такое видел? Смотри, смотри-ка, золотая даже есть. Ух ты, классно, классно, классно. Я аж дар речи потеряла. Ладно, давай сделаем вот такую синенькую. Мне кажется, она очень красивая. Такие глазки выразительные стали. А это что такое? Бровки тоже можно сделать разноцветные. Посмотрим. Ой, это вообще некрасиво. И это не очень. Даже не знаю, что-то мне ничего не нравится. Давай вот такие. Фу, не-не-не. Давай сделаем просто темные. А то, что-то мне как-то не очень нравится, бровки ее. И цвет глаз можно выбрать. Здорово! Смотри, как ей нравится с нами играть. Так, а давай. А пусть будет голубыми. Голубыми очень даже красиво. Смотри, какая она у нас красоточка. И мы снова заработали бриллиантик. Ух ты, посмотри, как ей красиво. Осталось подобрать наряд. Так, шортики всякие разные есть и юбочки. Ух ты, вот эта юбочка очень красивая. Так, а это что, длинная? Ничего себе, какая она, мадам. Так, а давай выберем пока... да пусть будет полосатая. И футболку, какую-нибудь модную. Так, нет, покупать пока ничего не будем. А то вдруг нам не хватит денежек для чего-нибудь интересного. Вот, даже не знаю, сейчас посмотрим. Сейчас, что там у нас еще есть? Нет, эти мне вообще не нравятся. И это как-то тоже не очень. Но давай пусть будет... А пусть будет черная маечка. И черные босоножки. Так, а что тут еще есть? Нет, эти мне... А это что такое? Нет, тоже не нравится. А ей понравились. Не, ну давай сделаем другие.
Давай сделаем вот эти. Мне кажется, ей очень красиво. Как думаешь? Ей очки подходящие. Пусть будут вот такие. Так. Ух ты, тут еще и панамка есть. Я и не заметила. Смотри, какие панамочки есть. Нет, давай панамку не будем. Пусть... Ой, очки поменялись. Как же так? Мы же вот эти выбрали. Так, украшения. Украшения обязательно нужно, чтобы было очень красиво. Может быть, вот эту кошечку? Или... Сейчас это слишком длинное. Так. Мне кажется, она очень... Вот, давай сделаем ей фотоаппарат. И сумочку, конечно же. Куда без сумочки? Вдруг понадобится, а сумки нет. Так. Что-то... Мне, честно сказать, сумки не очень нравятся. Как думаешь, нужно нам сумку или нет? Давай не будем добавлять. Ну что, тебе понравилась наша девочка? Если понравилось, пиши цифру 1 в комментариях. А мы пока поиграем с кем-нибудь еще. Я хочу поиграть со змеей. Я в змею еще ни разу не играла. А вот и наша змея. Так, это что такое? Здесь тоже можно всяких много штук делать или что? Не понимаю, а зачем здесь эти видео? Ага, здесь можно делать какие-то крутые прически. Сейчас посмотрим, что там можно сделать. Посмотри, какая она интересная. И прически. О, даже косичку можно заплести. И такой хвостик. А это что такое? Какая-то крутая коса. А вот это... Ух ты, так она Рапунцель. Ладно, давай сделаем простую косичку. И... Так, и дальше выберем цвет. Ага. Сделаем большую кисточку. И подберем цвет. Ну давай пусть будет желтый, что ли. А, что же делать, что же делать? По-моему, там идет время, и мы сейчас не успеем ничего сделать. Так, отлично. Пусть будут рыженькие волосы. Она очень красивая. Мне она уже нравится. Ух ты! Мы успели все сделать за определенное время. Так, а теперь... А теперь давай сделаем ей другую прическу. Здесь еще что-то... Ой, это что с тобой? Ты что с волосами сделала? Ты посмотри, какой кошмар у тебя на волосах. Давай сделаем маску. Молочно-кокосово-фруктовую. Так, наливаем молоко. Отлично. Теперь масло. О. Отлично, давай еще молочка дольем. Супер. И меда. Ого, сколько много меда. А где бананчик? А вот и наш банан. Так, отлично. Я думаю, теперь бы блендером все. Смотри, она как своим хвостом умеет блендером крутить. Так, с этой смесью что делать? Это маска для волос. Ничего себе. Я вообще не представляла, что такое может быть. Так, она мечтает о всяких штуках красивых. Конечно, сложно быть змеей, когда ничего нельзя делать красивого. Сейчас мы поможем ей и сделаем ей какую-нибудь крутую прическу. И подберем самый красивый наряд. Так, отличненько. Ну что? О, смотри, как развиваются твои волосы. Ты такая красивая. Давай еще причешем, они аж блестят. Это была очень хорошая маска. Да, отлично получилось. А ты поставил лайк нашей змее? Если не поставил, ставь скорее. А у нас уже первый уровень. Ну что, давай теперь подберем ей какой-нибудь макияжик. Ох ты, сколько здесь всего интересного. Сейчас посмотрим, давай посмотрим, что это за радужность такая. Какая красота! А это что такое? Не, ну ты посмотри, как все красиво! Мне эта игра очень нравится. Кстати, а ты играл в такую игру? Если играл, пиши в комментариях. Так, а давай выберем... я даже не знаю, что выбрать. Пусть будет розовое, что ли. Ну что, как тебе? Текс. Отлично. Дальше... Теперь
Это что такое? Подводочка? Так, а может быть золотую какую? О, это что такое? Какая-то она интересная. Не пойму. Она черная с золотым. Смотри, как красиво. Здорово. Давай такую оставим. Так, и тушь. Сейчас посмотрим. Здесь наверняка тоже будут очень красивые реснички. Можно сделать в разные стороны и разных цветов. Так, давай сделаем вверх. Мне кажется, они более естественные. Так, отлично. Ну что, смотри, какая красоточка у нас получилась. Прям милота какая-то. И губки обязательно. Так, я думаю, что все-таки... Это что за череп там? Давай вот такие губки. Смотри, какая она такая мадама. Очень красивенькая. Так, и наряд, конечно же. Куда она без наряда? Смотри, какие наряды есть у нашей змеи. Это вообще неожиданно. Смотри, даже драные джинсы есть. А это что такое? Это платье. Тоже очень интересное. И что, они прямо на джинсы одеваются? Давай джинсики снимем, а платье оденем. Ух ты, какая прелесть. А это что такое? Очень интересные наряды. И такие неожиданные. А давай выберем... А, давай купим ей вообще наряд новый какой-нибудь. Давай вот такое оставим. И теперь украшения. Так, украшения не будем покупать. Подожди-ка, подожди. Давай вот такую ленточку. А это что такое? Это украшение какое-то специальное на хвост. Или что там у нее? Как это называется вообще? И очки. Она вообще крутая. Мне она уже очень нравится. Ну что, а тебе понравилась наша змея? Если понравилось, пиши цифру 2 в комментариях. А мы посмотрим кого-нибудь еще. Ну что, кого еще поиграть? А может быть это малышку? Интересно, ей можно сделать какую-нибудь прическу? Ух ты, ее можно искупать! Какая же забавная милая малышка, кажется, она боится водички. Ах ты, хулиганка, набрызгала на нас водой. Давай мы тебя искупаем. Ой, ты куда исчезла? У единорожкой стала, ну и баловница. И испачкала все в пене. Давай, смывай скорее всю эту пенку. Ну что? Ой, какая ты смешная. Залезла на дерево. А кто знает, как это называется животное? Если знаете, пишите в комментариях. А я пока посмотрю, что там ее накормить, по-моему, еще можно. Это малышечку. Здорово, смотрите, она ест листья. Интересно, это вкусный будет коктейльчик? Так, ну что, мы делаем бутылочку из листьев, штучку такую специальную. Прикольно, а я думала, все малыши едят молочко. Наверное, она уже не совсем маленькая. О, смотри, какие глазки были на бутылке. Да, что ж она творит такое? Ну что, прическа? Конечно, куда же без прически? А может быть, что бы сделать? Давай вот это сделаем. Что это такое будет? Что будет? Так, здесь можно сделать кудряшки, локоны и... Вот это прикол! Пусть будет такая лохматенькая. Смотри, какая смешная. А тебе нравится наша малышка? Если нравится, пиши цифру 3 в комментариях. А я пока подберу ей наряд. Сейчас найдем какой-нибудь боди красиво. Или может быть... Платье лучше, давай боди не будем, платье подберем, она же девочка. Так, вот давай такое, красивое. И ботиночки, обязательно. Так, вот такие розовые носочки, смешные и милые. Ну что, как тебе наша девочка? Если нравится, пиши в комментариях. А я думаю, на сегодня все. Ставьте лайки и пишите комментарии, если вам понравилось наше видео. Всем пока-пока. И кажется, все-таки тут можно кому-то сделать маникюр. Здорово. Если хотите, я маникюр сделаю в следующий раз. Хотя, давайте немножко попробуем. Все-таки так интересно. Смотрите, какая красота получается. И радужность всякая есть. Давайте сделаем красный ноготочки.
А это что такое, белое? А это? О, интересно, интересно. Какие-то разные оттенки. Давайте сделаем красные ноготочки. Так. Красиво-то как. Отлично. Ну-ка, а интересно, их можно украшать? Смотри, мы заработали монетки какие-то, бриллиантики. Ну все, ребят, всем пока-пока.